есть ощущение наоборот, то есть, что есть вкус в духовном, а в материальном ощущение праха в материальном. Если ты, дружище, если у тебя есть вкус, это не духовное. Как может быть в духовном вкус, скажи мне? Как может быть такое? Но. Ощущение, что я получаю здесь энергию, хорошо? Отсюда я ощущаю, что я могу идти на работу. Советы ваши, допустим, для группы. Выйти наружу, идти наружу. В этом все понятие, то, что называется, и возопятся на Исраиля от работы. Когда нужно прийти к состоянию, в котором мы видим, что не способны проделать хотя бы малейшее действие в направлении духовного. Не способны, это не привлекает нас, это тьма. Выйти из желания получать и не находиться в желании получать. Не жить, буквально не есть и не пить, не получать ничего для себя. Это египетская тьма. И понять, привести себя к состоянию, когда нет выбора.